Все, Авнер, начни с самого начала, если хочешь. Да, что пасук, который говорит о шмите, это пасук Микец шева шаним таасе шмита. Он равен 2131. И 2131 равно меаль ха-адама ашер натати лахем велаавотехем, говорится о Израиле. И тоже равно леэмор шамор эт кол ха-мицва ашер анохи мецаве, как нужно это соблюдать. И тоже про Израиль. Эрет зават халаву дваш, шма Исраэль Ашем Элохейну. От пару недель назад, когда мы шма. И тут вот последний от 2 недели назад. Шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад. Веахавта эт Ашем Элохеха бехол левавха. Это равно Микец 7 шаним таасе шмита. Очень здорово, очень здорово. Тема шмиты настолько важная. Шаркое хабнере, шаркое хочет. Яшкор. Ох ты. Тема шмиты настолько важная, мы ее поднимали. И о том, что простое решение есть для того, чтобы настоящую шмиту ввести в Израиле, это достаточно, чтобы каждый, кто соблюдает шмиту или собирается следующую шмиту соблюсти, наклейки сделал на свою продукцию, и люди, которые хотят поддерживать шмиту, будут в первую очередь это покупать. Это такое простое решение, которое просто уже сегодня, мне кажется, надо о нем начать широко говорить. Ну, чтобы вот в эти годы, которые перед следующим годом Шмиты, оно устоялось уже в эти годы. Даже если кто-то хочет следующий год Шмиты соблюсти, достаточно ему такие наклейки начать клеить. Ну, конечно, какой-нибудь хороший рав должен сказать, да, этому человеку можно верить, и уже может и его продукция будет раскупаться. И это будет сразу пример всем остальным, что стоит по этому пути начать двигаться. Вот такое дело, и хочется, как говорится, как можно больше энергии в него вложить. И, ну вот, хотел возвратить эту мысль. Но наша встреча, я не был, к сожалению, на связи с Равом Шварцем. Был ли кто-нибудь? Если нет, то все равно надо посвятить нашу встречу Лерефуа Шлема, Рав Йоэль Бен Лея и всех больных народа Израиля. Амен. Я был в связи с ним. Да, скажи. Сделал лечение, курс лечения. Не курс, а урок. Он сказал, он поблагодарил. Но это вначале он вообще не мог говорить. Вы Ага. знаете, сейчас лежит в кровати посреди комнаты, где мы собирались за столом. И возле него иногда кто-то находится, который не понимает. Но молодые люди, ребята, которые любят, любили его, любят. Но они мало, это не помощники. Но неважно. Надо молиться. Единственное, что осталось, молитва. Я молюсь 4 раза в день, 3 раза официальный, и 1 раз мой. И прошу многих людей это делать. Потому что молитва всесильна. Чтобы была рефуа шлема, Рав Йоэль бен Лея. Аминь. Аминь. И я, и моя мама очень горячо молится, и я знаю, что молитвы моей мамы это имеют особые ворота. Имеют особые ворота. Дай Бог, чтобы помогло. А вот тоже сказать одну вещь, которая последнее время, если мы сейчас начинаем урок или нет? Да продолжаем. Мы продолжаем. А, Авнер, одну секунду. Я хочу, раз ты начал насчет года Шмиты,
чуть-чуть, пару минут закончить и потом передать тебе, потому что у тебя уже другая тема, я думаю, начнется. Так вот, насчет года Шмиты, мне кажется, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, что это, во-первых, это коренным образом важно для народа Израиля, раз мы находимся в те времена, когда экономически вполне можно себе это позволить, надо просто, чтобы эта идея и это желание, оно распространилось среди людей. И вот этот шаг, мне кажется, Владимир немножко подхватывал, да, вот критику или поддержку мне очень-очень хотелось бы услышать. Есть как же называется этот район, где Ешива, в которой Рав Шварц в последнее время находился? Толпьет? Нет. Арнов, да? На Арнов есть еще одна ешива, удивительное место. Это институт по соблюдению мицвот, связанных с землей Израиля. Я не знаю, кто-нибудь слышал о ней или был с ней в контакте? Я ее на интернете случайно нашел. Вот мне кажется, если бы найти кого-то, кто с ней в контакте, и вот эту простую мысль, ведь реализация, она совершенно простая. Чтобы фермеры, которые готовы соблюдать шмиту, начали клеить наклейки на свою продукцию. Больше ничего не нужно. И она бы раскупалась. Она бы раскупалась в первую очередь теми людьми, которые хотят поддерживать шмиту. А с другой стороны, если бы рабаним призвали своих, как это сказать, подопечных, своих евреев, поддерживать это. То есть стараться, я пришел в магазин, и если я вижу такие наклеечки, стараться прежде всего это покупать. Это просто перемена могла быть легчайшим образом и коренная. Вот хочу узнать, что все-таки думают присутствующие насчет такого шага простого. Хорошее. Мне тоже кажется, что технически это возможно. И будет жалко, если через там, 20 лет или сколько-то евреи будут смотреть и говорить: о, да, это же было возможно уже 20 лет тому назад. Ну. Эли, пару слов про шмиту. Про шмиту? Смотрите, очень много полей в Израиле. Вот проезжаешь по дорогам и в центре страны, и вокруг Иерусалима, и на юге стоят плакаты, что это поле соблюдает шмиту. Вот. То есть, слава Богу, как бы очень много. Вот. То есть, да, идея Миши хорошая. Вот. Мы ее уже который раз собираемся и хвалим дружно. Вот, надо как-то ее все-таки реализовывать. И вот конкретный вопрос. А какой может быть первый шаг вот в ее распространении? Найти спонсора, который эти наклейки наделает в достаточном количестве, чтобы они были платные для... Наклейки я из своего кармана в типографии за 1000 шекелей. Если я сделаю эти наклейки... А если будет несколько тысяч участников, так не хватит твоих наклеек. Надо спонсор. Я хочу, чтобы первый участник. Чтобы наклейки уже, что осталось только приклеить. Для наклейки, чтобы были сделаны, и чтобы они распространились. А как их распространить? Может, есть какая-то организация сельскохозяйственных, а особенно сельскохозяйственных, может, религиозных, ну и в целом, да? Да не обязательно. Как распространять? Вот если у меня завтра будут эти наклейки, я из своего кармана, теоретически, это, я не говорю, что я это сделаю, ну, допустим, я бы это сделал. И у меня было бы, вы говорите, тысячи мало, 100 тысяч наклеек у меня было. Что я должен сделать вторым шагом? Это второй шаг? А вот это надо думать, я не знаю. Следующим после этого.
Я не знаю. А можно параллельный шаг? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Я не знаю, куда его поставить. Перед, после или параллельно. Но я бы вот о чем предложил поговорить. Самое реальное, а вместе с тем самое трудное, если бы каждый из нас, уже понявший, что это нужно, поверивший, что это нужно, взял и начал своими руками, а может быть, с ног начать, не знаю, лучше с головы, перейти в состояние от городских жителей, которые способны придумать разные вещи, наклейки там, допустим, что само по себе неплохо, а взять и подумать, каким образом вернуться к земле и начать, ну, хотя бы на маленьком участке. Все там. Хоть на подоконнике. Илья, вернемся все в землю. Все там будем. Не надо возвращаться так быстро. Слушайте, вы немножко о другом аспекте. Это не от нас зависит, когда нам. Немножко от нас, конечно, если здоровье будем свое соблюдать. Но, в принципе, это не наша сегодня тема, дорогой мой. Значит, я понимаю ваш черный юмор, но давайте ответим на эту тему. Вот Миша предложил и предложил подумать. Или хотя бы так воспитать своих детей и внуков, чтобы они это сделали. Вот когда действительно соблюдалось здесь, соблюдался закон Шмиты последний раз как следует, когда большинство евреев, я не говорю, когда это точно было, но это больше, чем 2000 лет тому назад, когда большинство евреев таки, да, сидело на земле, и они не думали и не рассуждали, а это делали. А сегодня какой процент еврейского населения сидит на земле? Илья, можно подхватить вашу мысль? Очень буду рад, если вы подхватите. Когда-то 90% занимались, желая этого, не желая, занимались этим. Сегодня 5% может обеспечить всех. Не нужно, чтобы все этим занимались. Не нужно. Не нужно, чтобы все нужно. А как же со святой, Рев Иуда? Вы с точки зрения продовольственного обеспечения? Нет, просто это невозможно. Нельзя всех посадить на землю. Вернуть на землю. Нет, возможно? Нет, посадить. Можно мне вставить 5 копеек, когда примирят вас? Посадить. Сейчас, Миша, я отвечу на реплику. У меня уже есть фраза, которая вас соединит. Нет противоречия. Так мы и так соединены, но просто вот реплика за реплику. Я вас слушаю, конечно, все мы слушаем. Илья, вот то, что вы говорите, это важнейший процесс и коренной процесс. И мы все понимаем, что он займет в лучшем случае десятки лет, в лучшем случае. И кроме того, есть быстрый процесс, который можно сделать до следующего года Шмиты, чтобы уже соблюдалось. Но к вашему процессу, если вернуться, то это наша с вами мечта, когда сельскохозяйственные роботы станут повседневностью, то каждый человек сможет жить на вилле, которая будет обрабатываться так, что вот эта вся земля, включая даже, может, крышу его виллы, будет 100% эффективно использоваться, ничуть не хуже, чем на промышленном сельском хозяйстве. Это прекрасный процесс, он займет много лет, и о нем стоит говорить. Но я бы предостерег, или как-то иначе, от смены темы. Мы сейчас говорим о сверхбыстром процессе, который может позволить народу Израиля следующую шмиту уже провести правильно. Это два процесса, очень важные оба. Ну вот на этом первом сосредоточиться бы, с вашего позволения. Я извиняюсь, тут, я перебил Ильяу и Рав Эли тоже, конечно. Ну, решайте сами, как вам следует. В старшем слово.
Одну секундочку, я отвечу. Одно никак не меняет другое. Никак не отменяет. Я имею в виду сосредоточить нашу мысль сейчас. Потому что, ну да. На этом, на первом, на быстром, а втором тоже много говорит, но не останавливать обсуждение первого, потому что нужно второе. Вот нет, ваш сейчас покорный, начали первое обсуждать. Не претендовал. Нас уже было, к сожалению, один раз начало обсуждения первого, прерванное с тем, что надо думать о втором. Я хочу к первому возвратить, мы его не договорили. Пожалуйста, я только закончу. Я предложил в самом начале до существа сказать, что это можно до, после и параллельно. Да, да. Абсолютно. На слове параллельно я остановлюсь и прошу прощения. Извиняюсь. Рав Эли, можно, да, тоже слово. Значит, смотрите, конечно, готовиться к следующей шмите хорошо, но у нас еще не закончилась эта шмита. Это во-первых. Вот. Поэтому, наверное, какие-то вещи все-таки можно не только проговаривать на будущее, можно делать сейчас. Значит, вопрос, что шмита, как я понимаю, это некоторая вершина идей Торы. То есть главная концепция Торы – это свобода. Да? Песах символизирует свободу. Вот. И фактически главная книга, которая из древних и религий, и философий провозглашает идеал свободы – это Тора. Так вот, шмита – это некоторая как бы вершина идеи свободы. Это свобода, рабы выходят на свободу, это свобода от долгов, это свобода для земли. То есть земля свободна от как бы того, что человек над ней предпринимает, в принципе, насильно. Вот. То есть это как бы идеал свободы. Вот. Вопрос, значит, как бы у нас, посмотрите, шмита в сельскохозяйственном аспекте – это только часть, как бы, часть картины, даже это не вершина айсберга, это часть, это кусочек этой вершины. Вот. Значит, у нас как бы по Торе это вот свобода. То есть вот человек не владеет этим участком, что выросло, то выросло. Каждый может прийти и взять поесть. Вот. Никто не может там унести домой. Неудобно. Мудрецы придумали, и неудобно, и жалко. Вот. То есть жалко вкладывать 6 лет в эти деревья, вот. А потом тебе каждый придет и будет ломать на них ветки, только чтобы поесть. Вот. Значит, мудрецы придумали комбину, которая называется Оцар Бейдин. Оцар Бейдин – это мне участок не принадлежит, но принадлежит, как бы, принадлежит Бейдину. Вот. Бейдин нанимает меня как работника по сбору урожая с этого участка. И все это передается в Бейдин, а Бейдин уже раздает людям. Бесплатно или не бесплатно, это уже потом доработалось. Как брать за это деньги? Берутся деньги только за труд, конечно же. Вот. Потом появилась другая комбина. Вот. Значит, комбина под названием Прусбуль. То есть, как бы, мне человек должен денег. Вот, и близится шмита, и я должен эти, конец шмиты, я должен эти деньги ему простить, если он искренне пытался мне их отдать. Вот. Я передаю этот долг Бейдину,
Теперь он должен не мне, а Бейдину. Бейдин вполне как бы спокойно может снять с него деньги. Вот. А потом передать мне. Еще спустя 2000 лет появилось, значит, когда у нас появились свои банки. Банки дают там, если из присутствующих кто-то, кто хотя бы раз в день не получает смс-ку с предложением взять ссуду. Каждый получает. Приходят сообщения, некоторым звонят, предлагают ссуды. Понятно, под проценты. Как это у нас с точки зрения Торы? А с точки зрения Торы у нас как бы все чисто. Мы подписываем договор о сотрудничестве. То есть мы вместе как бы вот деньги банка куда-то вкладываем. Значит, банк получает свои проценты от дохода фиксированные. Мы, значит, соответственно, так как ничего не вложили, должны эти проценты выплачивать. Договор. Вот. Формально хорошо с точки зрения Торы. На практике комбина. Государство у нас самый главный владелец земли. Вот. То есть тех частных владельцев земли, которые могли бы соблюдать шмиту, у нас есть, но их все равно немного. Вот. У нас практически частного владения земли в еврейском секторе очень-очень мало. Вот. У нас это или коллективное владение, кибуцы, или государственное владение, как, допустим, горсовет, мэрия, ирия. Значит, мэрия на год шмиты отказывается от получения арнона? Нет. Свой налог на землю она берет. Значит, еще одна комбина. Еще одна комбина, которая была использована, значит, вот Равом Куком, это Гейтер Мехира. То есть формальная продажа, передача прав на землю, в отличие от Цар Бейдин, в отличие от Бейдина, передача просто какому-то нееврею. А дальше все тоже. Вот. Значит, и все борются только с Гейтер Мехира. А у нас столько всех аспектов как бы шмиты, аспектов свободы. Вот. И главное, вот все-таки, все, я, Миша, я передаю слово. Вот. Идея Рава Йоэля. А, собственно говоря, для чего нам шмита? То есть, понимаете, то, что мы боремся за то, чтобы не обрабатывать землю в седьмой год, вот, это как с шаббатом. Вот, это как в шаббат есть аспект шамор. Шмор – это йома шаббат лекодшо. Это не нарушать запреты шаббата. Так? Вот. Является ли целью шаббата, идеей шаббата, наложение ряда запретов на себя? Ответ – нет. Потому что в шаббат есть два аспекта. Есть шамор и захор. Вот. И на первых скрижалях был захор. Помни, захор – это повелительное. Это чем это наполнить? Каким смыслом это наполнить? Как бы, что ты будешь делать? То есть это наполнить атмосферой шаббата. Значит, а вот шамор – это лишь как бы служебное. Это
очистить место, время, силы для того, чтобы исполнить захор. Так вот, что у нас превалирует в шаббате? Минуту еще, хорошо? Потерпите минуту или... Да-да-да. Вот. Крайне интересно. Что у нас превалирует в шаббате? Что обычно люди спрашивают друг друга? Ата шумер шаббат? Кто-нибудь спрашивает ата зохер шаббат? Да. Значит, что у нас сделали мудрецы в Гмаре? Есть у нас такой замечательный принцип, как бы мана в камин Аладдина. То есть, как бы, ну, говорить можно долго, а на практике, значит, что надо делать? Вот. То есть, и у нас Гмара часто стремится к минимизации. То есть, вот, каким минимальным действием нам будет засчитано исполнение заповеди. Вот. То есть лацет ядайхова называется. Вот. Значит, как мы, Гмара спрашивает, как мы йоцим ядайхова, значит, в исполнении заповеди захор. Захор это йома шаббат лакодж. Вот. И отвечает, кидуш. Сделать кидуш байеров. Вот. Все, значит, у нас захор сводится к вечернему кидушу, а целые сутки мы не нарушаем шаббат. Многие люди я видел собственными глазами, когда люди начинают искренне соблюдать и ломаются. Почему? Потому что они на ура берут на себя это, и это, и это, и это. А потом оказываются в пустоте, потому что они не научились наполнять шаббат. Вот. Но их хорошо научили, как не нарушать шаббат. Вот. И люди после этого бросают все. Вот. Так вот, возвращаясь к шмите, и я передаю на этом слово. Вот. Со шмитой у нас то же самое. Запреты шмиты – это не цель шмиты. Это создать нужное пространство, время, пространство, силы для свободы. И вот идея Рав Йоэля, что сельскохозяйственный работник, который на год вдруг оказывается как бы без своих инструментов, без своей земли, вот, иди учись, иди преподавай, иди развивайся. Это год свободы для тебя. Это год свободы для земли, это год свободы для тебя. Вот. Наполняй свою жизнь более высоким смыслом. Вот. Вот этого у нас мало. Все, Миш, ваше слово. Спасибо. Спасибо большое. Это очень-очень хорошо. И насчет шаббата, и насчет года шмиты. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо большое. Я только хочу возвратить, настойчиво возвратить, что все-таки шаббат нужно соблюсти. Вот чтобы мы не стали реформаторами, которые говорят, вот я дух шаббата соблюдаю, но на машине в синагогу поеду. Сейчас уникальная, и возвращаясь к истории, которую вы описали еще с периода мудрецов. Сегодня мы живем в благоприятной ситуации, которая намного благоприятнее, чем в эпоху мудрецов. Сегодня мы можем без напряжения экономического, мы только должны, там, я не знаю, на 3% дороже или на 5% максимум заплатить за помидоры и за яблоко, и мы полностью себя обеспечим. То есть возникла впервые в истории еврейского народа ситуация, когда можно честно и буквально соблюсти. И тут уже в этой ситуации, если мы духовно и ментально, умственно к ней приблизимся, мы поймем, что эта граница, она была много тысяч лет, ее сейчас нету. Она перед нами по привычке, и мы ее можем преодолеть, это будет большой прорыв. И когда человек
перестает включать свет в шаббат и перестает ездить на машине, с этой точки он и формально начинает, но и духовное его наполнение шаббата, оно все-таки, ну, хорошо, как говорится, Равели, как говорится, у каждого есть свои, я чувствую, что... Но, по крайней мере, то, что ну, я наблюдаю, есть, безусловно, люди светские, которые тоже стремятся к шаббату. Он там и на футбол сходит, он и свечу зажгет, и кидуш скажет. Давай я так скажу. У многих соблюдающих шаббат по-настоящему есть наполнение шаббата. Это по моим наблюдениям. По моим наблюдениям они идут, они и Тору читают, они и шаббатные песни поют и вечером, и днем. И дети за шаббатным столом, двор Тора. Вот я был в семьях прекрасных, где каждый ребенок рассказывает, что двор Тора, что он за эту неделю в школе вот хорошего узнал. То есть наполнение шаббата есть. Но я хочу возвратить разговор конкретной вещи, потому что первый шаг, если не сделать, то остальные шаги не произойдут. Вот к этой первой вещи мы от нее отошли. Я прошу просто коллективного брейнсторминга еще, может быть, на 5 минут или на 7. Как этот, вот уже сказали, вот я могу напечатать наклейки. Какой второй шаг? Как мы сделаем это, введем это в общественное пространство? Я прошу вашей помощи. Помочь мне обсудить этот конкретный узкий вопрос. Мне кажется, он очень важен. Спасибо. Заплатить почту. Можно? Да, как? Мне кажется, Миша, что Равели, без того, что говорит Равели, дальше не продвинуться в том, что предлагаете вы. Хотя я большой энтузиаст и очень сильно вас поддерживаю. Но это база, без которой мы технически мы сможем двигаться вперед. И мне очень нравится ваша идея. Но то, что сейчас сказал Равели, это, как на мой взгляд, совершенно потрясающая вещь. Оно фундаментально, оно долговременно. Владимир, вы опять вводите разговор. Пожалуйста, дайте 5 минут той теме, которую я поднял. И мы вернем, я согласен полностью. У вас оно тему. Эли говорил по вашей теме. Нет, у меня узкий вопрос. После того, как я напечатал наклейки, как у меня узкий, но очень важный и центральный, и конкретный. Ну, давайте, он не центральный. Эти вопросы. На мой взгляд, нужно сделать блог или веб-сайт и распространять его всем тем к производителям, которые хотят соблюдать шмиту. И просить их в этих письмах, чтобы они друг друга знали, чтобы они распространяли их. И на этом блоге сделать возможность, чтобы они заказывали себе эти наклейки у вас. Сколько или там где-то у нас, скажем сколько так. Сколько секретарей нужно для этого? Нисколько. Практически нисколько. Ну как, связываться, звонить? Звонить, нужно отправлять коллективные имейлы. Очень просто. Это все делается... Собрать деньги, заплатить на почте через почту. Каждый, кто захочет, бесплатно берет на почте. Заплатить почте деньги. Хорошо. Есть еще другой очень важный путь. Мы же находимся все-таки в связанной системе религиозного мира, где люди знают друг другу. Мне кажется, что если бы эта мысль дошла до каких-то более ведущих рабаним, которые связаны, очень связаны, то параллельно вот этот процесс у Владимира как бы американский путь, да? В Америке, если кто-то сделал фирму, он в общее пространство делает вброс, и это работает. И это очень важный один из каналов. Но другой канал, мне кажется, личный. Я поэтому спрашиваю, есть ли живые идеи, какие личные каналы можно продвигать? Далее. Пытается говорить. Ребгидалия, вы говорите, потому что иначе просто... Я прошу прощения, я сейчас выключу.
Надо бы обратиться к большим рабаним, и большие рабанимы, они могут эту идею распространить. И, кроме того, есть этот институт, о котором вы сказали в Арнофе. Надо обратиться туда с этой идеей, и надо обратиться к большим рабаним и попробовать их, чтобы они купили эту идею. Я очень поддерживаю то, что вы сказали. Вопрос как? Вот как этот первый шаг, как обратиться к большим рабаним? Начните с этого института, они вам помогут. Я не могу прийти с порога к незнакомым людям. Начните с этого института. В этом институте тоже люди... В Арнофе, придите туда, позвоните в дверь, скажите, я Михаил Цибулевский, придумаю вот такую вещь. С кем я могу поговорить? Могу поговорить с начальником этого института? Можете. Никто вам не закроет дверь, не выкинет. Этого я не умею. Я вам сразу рассказываю. Мне нужен подельник, который умеет это делать. Вы живете недалеко от этого института. Мне нужен человек, который умеет так сделать. Это уже техническое, Миша, это уже техническое чисто обсуждение. Если вы хотите от нас соучастие в идеях, я вас понимаю. Вы перешли к очень техническому... Возможно. Первый вопрос. Слышно меня или нет? У меня впечатление, что меня не слышат. Я слышен? Слышно. Прекрасно слышно. Каждый раз перед Рош ха-Шана собираются евреи, снимают заветы, обеты. Это делает на иврите, это делает три человека, стрекочет, как стрекозы. И мы никогда в жизни не успеваем. Я не успевал никогда раньше, а сейчас тем более. И был рав, есть рав Бен-Цион, который собирал нас когда-то до короны и делал это для нас. Теперь Прусбуль. Так вот, Элли, вопрос к вам. Можно ли через интернет, вот таким образом, как мы сейчас общаемся, сделать Прусбуль? Можно ли снять обеты и заветы вот таким образом? Если вам неизвестно точно, узнаете через знающих людей. Значит, смотрите, то, что я помню, что оформить это надо было до начала 2007 года. Нет, то есть, насколько я помню. Но я могу ошибаться. То есть это надо компетентного в этом вопросе раввина спросить. То, что это делалось, как бы, смотрите, да, бланки ходили в интернете, но их надо, заполнив, передать в Бейдин. Значит, соответственно, Бейдин – это может быть местный, или это может быть вот как... Цогар, то есть Бейдин можно там передать через интернет там на всю страну. Вот, вот так, но опять же это лучше уточнить. Вот. То есть я в единоличном порядке для себя решил уже там где-то третью шмиту или четвертую. Я принципиально не делаю Прусбуль, потому что все-таки Прусбуль это обход идеи Торы. То есть это да, смягчить, это да, для чтобы люди чувствовали себя безопасно, давая, как бы одалживая деньги. Вот. Но как бы, а как насчет того, что Бог говорит, простите эти долги, я вас благословлю. А какая возможность есть у того, кто взял долг, и он хороший человек, он не хочет отказываться? Он может отдать, да. У него есть возможность, если он не успел отдать, но он искренне старался, вот, то он может отдать. Это не будет засчитано как возвращение долга, потому что долг прощен, но это его как бы маасе хесед. То есть это
это хорошо для него тоже. И для его души, и для его благополучия материального. И может быть, есть еще вариант отдавать такие, ну, если они не жизненно решающие, в труму такие долги? Можно в труму, но в любом случае стоит отделить это уже как от дохода маасер. Там галахически можно тут уже разбираться. Миш, по поводу вашей идеи, смотрите, я бы, значит, если говорить конструктивно, то первый шаг разработал какой-нибудь дизайн наклейки, чтобы он был симпатичным. Вот, значит, дальше. Или обратиться в лишку главного раввина Израиля, или вместе с этим махон по соблюдению мицвот луат баарец, значит, с письмом от них ходить по адморам, как бы с этим письмом, и предлагать следующее. Они вам не дадут контакты тех сельскохозяйственных угодий, с которыми они общаются. Я в этом очень-очень мало верю, что они вам дадут эти контакты. Вот. Но сказать им так: смотрите, значит, мы вам даем инструмент отблагодарить и помочь этим людям, вот, которые вот, в Шмиту вам поставляли продукты. Вот. А именно предложить им на каждую продукцию вот такие вот наклейки, и тогда их продукция будет последующие 6 лет будет пользоваться повышенным спросом. Вот. Как бы передайте им эту идею. Вот. Конечно, если бы они приняли и скажите, ее как да, свою, может, они да, бы нашли лучше да, меня намного. О, и скажите нам, да, сколько вам наклеек нужно. Вот. Когда вы будете знать количество как бы, этих наклеек, тогда можно искать того, кто оплатит их печать, и тогда можно разработать логистику. Вот. Значит, просто сделать сайт в интернете, его никто не заметит. Вот. Это надо в это вкладывать силы, ходить, договариваться о встрече и убеждать. Вот. То есть... Ну вот, если у меня еще был бы подельник, было бы вообще здорово. Ну, хорошо, да, спасибо большое. А вообще, если менее конструктивно, то первая вещь, это надо призвать дружно отказаться от поедания сельхозпродукции гейтермахера, вот, на оставшиеся, получается, уже ну, где-то 2,5 месяца. Вот. Чтобы те, кто пошли по гейтермахера, почувствовали, что снижается спрос. А вот потом повысить спрос на продукцию тех, которые уже... У меня очень важное дополнение. Которые соблюлись в Шмиту или которые искренне говорят, мы обязуемся на этом поле соблюсти следующую Шмиту. Может, таких даже будет больше. Ну, таких, конечно, будет больше, потому что никто не знает, что будет в следующем году. Ну, поэтому легко пообещать. Поэтому они должны еще с хорошим правом быть связанным, который скажет, я вот с ними... Эли, так ты не ответил на вопрос. Зароки и обещания снимать можно через интернет? Так, стоп. Значит, и это разные вещи. Значит, снятие обетов. Значит, снятие обетов через интернет не сделать. Это надо в присутствии бейдина, стоять перед бейдином из трех. Вот, значит, Рав Ицхак когда-то нам это делал по-русски,
И у меня записана эта фраза вместо всего этого длинного текста на иврите, который мы читаем быстро и не вдумываясь каждое слово. Рав Ицхак сделал одну фразу по-русски, что говорят как бы люди, которые просят Бейдин снять обеты и обещания. Значит, и я так у себя в общении из года в год делаю. Вот. Хотите, я могу найти махзор и продиктовать эту фразу. А? Если можно, Равели, пришлите на нашу рассылку. Может, еще изменив subject, изменив тему, чтобы оно у нас осталось. Спасибо. Я просто в WhatsApp-группу или сфотографирую, или напишу этот текст. Ну, хорошо. И можно в ответ на e-mail, потому что не все в группе. Не у всех есть WhatsApp. Кто будет снимать? А что, вы убеждены, что даже в присутствии трех нельзя это делать по Zoom? По Zoom можно делать в присутствии трех. О, ну вот, в этом был вопрос Рэб Юды. Не выходя из дому, но будучи на Zoom. Рэб Юда две вещи говорит. Ну, вот про обеты и про одолженные деньги. Про последний, последний вопрос. Значит, получается, по вашему мнению, по Zoom можно, да? Да. А, ну все, это очень важно. Это для меня тоже важно. Ты понял из него, что нельзя? Нет, по Zoom можно. Почему? Все. Нет. Снятие обетов по Zoom, а почему нет? Это идет онлайн. В записи нельзя. Нельзя заполнить какой-то бланк снятия обетов. Вот. Значит, это не получение индульгенции. Пример. Ты говоришь, я повторяю, а здесь на экране еще двое талмидеев. Да? Да, да. Ну вот это нужно организовать. Рэб Юда, у меня к вам личная просьба. Если вы будете организовывать это, меня тоже включите. Я такой рассеянный, я должен признаться, что я не всегда это делал вовремя. Я еще более рассеянный. Так что нельзя рассеянным на рассеянную. Ну, по крайней мере, если два будут помнить друг о друге, уже шанс немножко выше. Спасибо. У меня, кстати, еще одна тема, если будет возможность. Да, извините. Миша, если эта тема исчерпана... Нет, я хотел сказать, что мы прервали Авнера. У него по гематриям после Шмиты было еще. Я его попросил, мы обсудим Шмиту и к нему вернемся. Но вы уже сами решайте, у кого более важный приоритет. Но тема Шмиты... У Авнера по гематриям... А, вы еще по теме Шмиты, я понял. Да, конечно. Конечно. Я считаю, что то, что сказал Рафаэль сегодня, это направлено не просто на некий общественный подход к решению проблемы. На самом деле это направлено к разуму и сердцу каждого из нас. И, я говорю в микрофон, не слышно тебя. А, правда, не слышно, да? Или сейчас лучше? Сейчас слышно. Спасибо, Юда, спасибо, что вы сказали. Конечно. Значит, я продолжу с этого места. Я, например, как-то внутренне очень откликнулся на то, что я услышал от Рава Эли, начиная от ключевого слова «свобода». И просто поделюсь с вами, что мне пришло вот сейчас по этому поводу. Дело в том, что пусть Миша на меня не рассердится, то, что он предлагает, это прекрасно, это четко, и это можно начать делать. Важно еще, как потом народ на это откликнется, значит, на это действие. Приведет ли это к тому, что все дружно, значит, начнут гордиться наклейками, и процесс пошел. Мне кажется, что без некой внутреннего преобразования
наших людей, это не так будет эффективно. В чем же внутреннее преобразование? Давайте вернемся к слову «свобода». Исключительно важно, чтобы мы это не забывали. Свобода – понятие духовное, и все люди хотят свободы. Все желают свободы, и на это можно договориться. Если я хочу свободы и при этом уважаю свободу другого, то это основание для единства. Мы с ним в этом точно договоримся. Понятно, если я не отстаиваю свою свободу за счет другого, то да. С каждым из присутствующих, с каждым встречным соседом при таком условии равенство права на свободу. И при этом можно свободу свою увеличить сколько угодно, пока соблюдается закон равенства свободы. Теперь, что из этого следует? Что надо не только что-то сделать материально, но надо, чтобы люди захотели. Вот захотели уважать шмиту, захотели исполнять шаббат, о чем Эли, ну, просто в десятку. Понимаете, действительно, я знаю людей честных, умных, ищущих, которых бремя Шомер Шаббат напрягало настолько, что они стали себе позволять, причем оставаясь верующими евреями. Эта проблема, от нее нельзя уходить. Итак, как сделать, чтобы люди захотели? Вот в сердце захотели. Вот это уже тогда не остановить, тогда будет шмита. Значит, параллельно с тем, что нужно делать наклейки и прочие такие вещи, надо подумать о том, как чтобы захотели. Теперь с другой стороны, значит, какой смысл еще в шмите, который связан прямо с землей? Давайте вспомним, что шмита – это относится только к Эрец Исраэль. А мы привыкли говорить, что Эрец Исраэль – это святая земля. И тогда, если мы в это поверим, если мы не отделаемся только этими формальным словосочетанием «святая земля», то мы поймем, что у шмита есть еще одна функция – эту землю освящать. Значит, а что это значит, освещать эту землю? Это значит понять ее духовный, почувствовать духовный смысл, не только материальный, а духовный смысл. И тогда мы возвращаемся к слову «свобода», потому что если святая земля, то она имеет право, она участвует в духовных сферах. Значит, она имеет право на свободу. Это то, о чем сказал Рав Эли Таби сегодня. Земля имеет право на свободу. И когда мы начнем уважать свободу земли как свою собственную, вот тогда мы захотим делать шмита из уважения к святой земле, из желания подтверждать ее святость. И тогда действительно, а где мы законы шмиты? В Торе. И тогда мы построим устойчивую систему нашего пребывания здесь. Смотрите, святая земля, святой народ, святая Тора. Это устойчивая система. Сегодня мы не чувствуем устойчивости здесь. Масса проблем. И мы зависим... кого хотите, хоть от Америки. А вот если мы будем самодостаточно устойчивы, то путь к этому только через осознание свободы своей, свободы близких и свободы земли. И тогда шмита приобретает тот смысл, о котором Эли сказал сегодня относительно шаббата. Наполнить смыслом, наполнить духовностью. Потому что материальность сегодня в этом мире побеждает пока. И она разделяет.
А духовность – это то, что может нас соединить, то, что сделает единый народ. Еще раз спасибо, Эли. Вы такие оттенки открыли, которым надо думать и работать над собой в этом свете. Спасибо всем за внимание. Да. Все очень просто. Если полслова. Ильяу еще большое спасибо от моей мамы. Потому что Ильяу ведет прекрасные занятия на Унипере, вот этой системе, которая через приставки к телевизору подключила пожилых людей, и многие из них, тех, кто пережили катастрофу, они просто, вы вносите в них радость жизни. И моя мама просто расцвела, и она вам очень-очень благодарна. Спасибо вам за то, что вы делаете. Миша, спасибо за такой прекрасный фидбэк. Он поддерживает очень. Спасибо. Извините, привет вашей маме. Обязательно. И Владимир, да. Равели, я уже боюсь, я молодой среди присутствующих, брать на себя роль председателя, я боюсь. Я еще раз хочу поблагодарить Эли, и не только поблагодарить, но и попросить, потому что мне кажется, что тема и тот аспект, с которой та точка зрения, с которой Равели начал ее обсуждать, чрезвычайно важна. И здесь разница не только дело в Шмите, а в субботе. Например, сейчас обсуждается вопрос общественного транспорта в Тель-Авиве, да, это трамвай в Тель-Авиве, чтобы он работал в субботу. При этом совершенно легко теперешний, так же, как делать шмиту легко, намного легче сделать, чтобы трамвай ездил в субботу, не нарушая субботу. Элементарно. Дайте мне возможность, и я это сделаю. Не будет нарушаться суббота, будет водить не евреи трамвай или автомат, что намного легче, уже автомобили водятся автоматически. Никаких проблем нету, будут платить заранее, и вот этот формализм, он победит субботу полностью. Уже сейчас в любой семье вы можете включить и запрограммировать свои селфоны, что в 2 часа в субботу будет он передавать и показывать футбол, а в 3 оперный концерт. Никаких проблем. Вам не нужно ничего включать. Вы подойдете в одну комнату и начнете слушать оперный концерт. Подойдете в другую и будете смотреть футбол. Никакого нарушения субботы. Все формально чисто. И вот этот, все эти аспекты и их пересечения, я очень искренне хочу попросить Равели продолжить их, потому что они требуют намного более углубленного понимания и изучения. Владимир, только технически очень короткий. То, что вы сказали о смартфоне, какой круг рабаним одобряют это как не нарушающий шаббат? Это вопрос. Те, которые вообще разрешают смартфоны и не считают это происками. Кроме того, мне хочется узнать. Литовские, хасидские, вязаные кипы и восточные из перечисленных 4 групп. Есть конкретные рабаним, которые это поддерживают? Они не могут ничего сказать. Нет, я не про теорию, я просто по факту. Есть или нет? Конечно, нет, без сомнения, рабаним не поддерживают. Мне очень важно, чтобы это прозвучало в эфире. Почему? Потому что если наша запись попадет на YouTube, чтобы они знали две стороны реальности. Но очень многие рабаним не поддерживали и просто таймеры. Все. Я прав по поводу таймеров. Да. Чтобы это прозвучало без высказывания мнения, что просто это прозвучало. Давайте дадим слово Абнеру. Да. Пусть он продолжит. Мы его прервали почти на час. Если он может, да. Авнер? Да, так чего рассказать? Рассказать гематрию ре, рассказать гематрию ре, рассказать гематрию ре,
מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום היא לי סלוב השמיטה. ראה, что переводится смотри, равно в гематрии 206, что это ואינכם и ваши глаза. И тоже ли ואינך, мне и твои глаза. И тоже והיו עיניהם и будут их глаза. И גל עיני ואביטה, смотри, и вот, чтобы глазами смотрел. И тоже Адони Мецаве, я тебя командирую, и Ацум, какой великий, и тоже Яда Шем Кихазакахи, что рука Бога, какая она большая, и Кихая Шем Имах, что Бог был с тобой, и тоже Мипней Хашем, от лица Бога, и тоже Ки Ашем Имам, что Бог с ними, Элохай Адони Хамелех, как мой Бог, он мой Адон, и он тоже как Мелех, и Давар, это Ре, вот эта вещь, и тоже Давид, ки хая Ашем Имо, как Бог был с Давидом Мелехом, и тоже Лахем Ле Элоим, вам Богу, и Йоду Хаамим, все нации будут благодарить тебя, это тоже Ре, смотри. И это имя нашей параше, которое мы будем читать. Авнар, как бы здорово, спасибо. Вот просто бросаю тебе идею поискать в гематриях. Рафьёэль сформулировал по поводу главы Ре несколько вот стратегически важных вещей. Мне очень нравится. Вот он говорит, иногда надо раскрыть глаза. Вот шма, да, мы как бы мы напоминаем себе, что мир идет к тому, что будет Ашем Эхад. Вот, как бы, но мы закрываем глаза. Вот мы как, вот когда делаем кидуш на вино, да, мы закрываем халы. Халы – это икара сеуда, это хлеб. Вот, а вино – это символ удовольствия. Зрение связано с удовольствием. Вот Рафьёэль в своей книге, это, ну, комментарий на Тору, он сформулировал как ключ к этой главе, что человек рожден для счастья. Вот. И счастье связано как бы с ре-видеть. Вот. Вот. Ты увидел, ты рад. Это совсем другое ощущение, чем тебе что-то сказали, и вот ты пытаешься себе это услышать. Вот. Вот именно что аспект счастья, ошар, связан со зрением. И вот опять же Рафьёэль нам прошлый год, вот у меня план урока прошлого года его, вот, что соблюдение Торы видно, как оно влияет на жизнь человека и на здоровье человека. Вот, и когда за человека молятся, и как лимуд успокаивает душу, и как человек более уравновешенный, улучшаются отношения дети-родители там, и так далее. То есть соблюдение Торы видно, как оно хорошо для людей. Вот это вот, вот в этом направлении еще поискать гематрию было бы здорово. Спасибо. Вот тоже «Ирэ анохи нотен лифнехем айом браха уклала» первый пасук «Это равину бне Исраэля йоци меэрец Мицраим», как мы вышли из Египта. И тоже «бедрахай лишмор хукай у мицвотай», как мы идем за Богом указанием и их выполнять. И тоже «эль ханеймарн шомер хабрит веахесед леохавав», как мы, как Богу нужно все делать, что Он говорит, потому что Он это вот делает. И тоже «Ваихтов Моше эт коль диврей Ашем», как Моше написал
все вот эти вещи и создал книгу Дворим. И вот последняя, Ашем Берец Ахаим, Кавел Ашем Хазек, Веабец Лимеха, Векавел Ашем, Ледавид Элеха, Ашем Экра. Вот как Давид Амелех это все делал, и как что мы должны Богу верить и доверять, чтобы Он это нам доверял и делал, потому что это про благословление, которое Он будет нам давать, браха уклала. Ну, спасибо. Это все равно гематрии слова «ре»? Нет, нет. Вот последнее, что я говорил, равно «ре анохи нотен лифнахем айом браха уклала» 1476. Это первый пасук нашей параше. Первый пасук. Хорошо. И какой пируш, что оно равно там про выход из Египта? Что вот смотри, как Бог нам дал благословение и тоже кляла, потому что то поколение, которое вышло из Египта, они не прожили и не выжили. Вот это, что 40 лет, как были в пустыне, что за вот эти 40 лет то поколение умерло. Но молодежь получила благословение. Я Шарков. И вот такие идеи есть. И если ты не на списке, я очень советую записаться на мой список гематрий, который я отсылаю каждую неделю. Это avner@secrettorah.com. Авнер, вот в ответ на рассылку о нашей сегодняшней встрече ты можешь сделать реплай, но только даже subject изменить, и это всем придет с указанием. Хорошо? Это интересно. Хорошо, да. Я это пришлю всем. Хорошо. Да, это легче видеть, чем на слух. Вот так. Окей, спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Авнер, спасибо огромное. Авнер наш новый участник, он очень продуктивный. Очень продуктивный. Спасибо тебе. И успехов тебе в твоих обследованиях. Я кофе еще сделаю. Каша греется, сейчас принесу. Твое молчание. Ну что, мы... Я могу поделиться тем, что я, так как все молчат, тем, что я прочитал в статье у рабая, которую я очень люблю. Он ушел от нас больше года назад. Это рабай Сакс. Так вот, секунду, я хочу еще одну вещь рассказать. А, пожалуйста. Мне дошло, вот пару недель назад, и раввины очень благодарят этого, что я рассказываю, они даже проверяли, и что это нигде не записано. Mm-hmm. Вот неделю назад мы читали Шма. Шма Исраэл, Ашем Элейну, Ашем Эхад, Ашем Элейха Бехоле Вавха, и вот вся вот эта секция Шма Исраэл мы читаем. Что интересно, это если посмотреть Ваавта, первая буква Вав, и сколько слов в вот этом параграф, в вот этой вот этой группе, с вот этой хелек Торы, начинаются в вав, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, и что вот так это можно разделить ве-ахавта на 13 секций, которые начинаются с буквы ВАВ. Mm-hmm. Есть там 13 слов, которые начинаются с буквы ВАВ. И что интересно, это тоже и кончаются
Слово, которое начинается с вавом, слово до этого, кончается с буквой хав софит. Вехол левавха, увехол навшеха, увехол меодеха. И вав и хав софит, гематрия 26, что это два раза 13. Два раза вот этого, вот этих слов. И это чего символизирует? Это символизирует 13 мидот, которые вот говорит Моше Рабейну, чтобы нам дали, чтобы нам Бог простил. И тоже 13 благословений Шмонесре, которые мы говорим посередине недели, посередине молитвы, что не первые три, последние три, что это 6 и 6, а 13. А почему 13? Что «Атахонен ладам дат» – Бог дает нам знания, знания – это Бога любить. Еще 13 – это гематрия слова «агава». Агава, и тоже с гематрия слова «эхад», что это слово «до» в «агавта». «Шма Исраэл Ашем Элейну Ашем Эхад». И почему «Шма Исраэл Ашем Элейну Ашем Эхад»? «Шма» – тот, кто первый, кто слышал, что это Бог, это Авраам. Из этого первое благословение Шмонесре кончается «Маген Авраам». Исраэль – это нация, которая получит «Хият Аметим», что это «Мехая Аметим». Шма Исраэль, второе слово Исраэль, браха мехая аметим. Третье слово, юд кей вав кей, Шма Исраэль Ашем, юд кей вав кей, это хакел акадош, какой Бог он святой. А четвертое слово, это Элоким, что Шма Исраэль Ашем Элокейну, Элокейну, извиняюсь, Элокейну, это о чем говорит, это זיר שכינתו לציון, как Бог вернет его силу в Цион и будет делать Бет Мигдаш, что это вот четвертый, а пятый Юд Кей Вав Кей, имя Бога, это пятое слово в этом пасуке, что оно символизирует Модим и вот этот Атов Шимха Улаха Наэле Одот, какое хорошее имя Бога. Из этого последнее слово вот этого пасука, что это «эхад», это как Бог делает «шалом», что это последнее благословение Шмонесре, и дает нам «шалом». Из этого вернуться обратно к брахот, которые остаются в Шмонесре, брахот, которые остаются, это «хонен хадат», השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו, גואלנו, רפאנו, וברך עלינו, и вот эти еще там есть, но вот это идти смотреть вот эти секции, ואהבת, они объясняют вот эти благословления, каждая из них, по вот этой седер. По вот этим седер милим и седер брахот, как оно объясняет, что о чем думать и о чем концентрироваться, когда говоришь шма. Mm-hmm. Это что ваахавта объясняет 13 брахот Шмонесре середины, который говорится три раза в день. И это очень понравилось разным раввинам, кому я рассказываю. И раввины это очень любят и этим пользуются. Шеркоах. Михаил, есть просьба. Рав лежит, возле него телефон его личный. Попробуй позвонить и сказать, что мы провели урок в его честь. В двух словах. Подождите, это... Возле него какой телефон? Домашний или сотовый? Телефон, его телефон. А, сотовый его телефон. Да. Набери туда, если кто-нибудь возьмет, сказать, просто сказать в двух словах, что мы сейчас урок в честь Рава, и что он знал, что был урок. Хорошо, хорошо.
Сделай вслух, может быть. Ну, вот я сейчас, пока вы говорите, я буду набирать. Вы можете продолжать говорить. Я еще должен закончить молитву. Я дошел до брахот шма, поэтому я должен идти, потому что зман тфила вот будет через минут 10. Авнар, чтобы Бог благословил тебя на здоровье, басхут этой гематрии про шма и 13 частей. Амен, амен. Шаббат шалом, барух ты. Ну, если хотите, на пару минут могу поделиться своими так изысканиями по поводу второй десятины, вот, или тогда заканчиваем. Давай, давай. Да, или давай. Пошли. Хотим. Я хочу. В принципе, вот еврейская система налогообложения по Торе, да, вот она действительно замечательная. Значит, ну, Трума Гдола, это отдавалось коэну. То есть это те, кто как бы служат непосредственно Богу. Вот. Маасер Ришон отдавался левиту. Левиты фактически выполняли все общественные работы, то есть и обучение, то есть образование, и судебная система, и армия, то есть как бы вот левиты фактически это были бюджетники, вот. То есть они выполняют работу для общества, общество должно их поддержать. Дальше вот то, что у нас в недельной главе, это Маасер Шени. Маасер Шени – это то, что ты отделяешь и кладешь у себя в сторону. То есть ты собрал урожай, и сразу от урожая ты отделил. Вот. И этим ты в течение года пользоваться не можешь. Значит, а можешь пользоваться только тогда, когда идешь в храм. Так вот, получается, что то есть идти в храм, ты идешь со всей семьей, вот, и там эти деньги надо проесть, пропить. В чем там гмара обсуждает, там, если купил овечку, там, сделал шашлык, поел, вот, осталась шкура, можешь ее забрать домой? Нет, шкуру продать, деньги проесть, пропить. Там, купил мех вина. В любое вот. Время в Иерусалиме нельзя их проедать? В любое время, в любое время. Это не только Шлошар и Галим. Не-не-не, это не только Шлошар и Галим. Это вот то, что мы утром говорим о район. То есть прийти увидеть храм. Вот. Так эти деньги не на храм. Это не махацита шекель. Это деньги, которые надо проесть и пропить в Иерусалиме. Иерусалим у нас символ духовности. Да? Вот. Но эти деньги надо проесть и пропить. То есть удовольствие еще и животное. То есть кроме духовного прийти, прикоснуться, помолиться, вот, кроме эстетического, это был самый красивый город, это впечатление, вот, еще удовольствие животное. Так вот, получается, что Маасер Шени – это первые в мире отпускные. Деньги на отпуск. Вот. И эти деньги на отпуск как бы на храм. То есть ты шел, раньше не ездили к морю, да? Вот. Ездили, шли в Иерусалим. Так вот, получается, тут несколько вещей. Первая вещь – вообще важность отпуска. Вот. Во-вторых, в отпуске удовольствие должно быть и, то есть, не, то есть для всего уровня, и духовное, и интеллектуальное, и душевное, и физическое. Вот.
То есть эти деньги в течение года ты не мог дома проесть, ты не мог залатать какую-то дыру в бюджете. Это кодыш. Вот. При этом есть интересная вещь. Значит, в семилетнем цикле получается так, что значит, первый, второй, четвертый, пятый годы это называется действительно маасер шени, вторая десятина. Это то, что ты отложил себе на отпускные. В третий и шестой годы семилетнего цикла это тоже отделялось, но это уже называлось маасер они. То есть как бы ты отложил это себе на отпуск, а тут оказывается, как бы есть люди, которые нуждаются, которым надо просто это отдать. Там беженцы, там погорельцы, не знаю что. То есть чтобы человек не был зациклен на удовольствие. То есть если у тебя есть еще возможность еще что-то сэкономить, еще что-то отложить, там вырваться на день, и отдохнуть, замечательно. Но вторая десятина уходила нуждающимся, маасер они. Вот. Просто чтобы человек не был эгоистом. Ну а в седьмой год как бы не собирают урожай. Вот, соответственно, и не отделяются эти десятины, и у кого что есть, тот тем и питается. Вот. Как бы, то есть ресурсы у кого-то, кто-то мог за 6 лет себе что-то отложить, он их проедает, вот, а кто-то идет по полям или сам и чего-нибудь себе собирает. Вот. Но вот идея отпуска и первых в мире отпускных, вот эта идея, мне кажется, стратегически важной и интересной по еще такому наблюдению. Вот везде, где вы поедете там куда-нибудь, места отдыха, и народ собирается на миньян, есть те, кто читают кадиш. То есть фактически человек в процессе года чтения кадиша по близкому, вот. Тем не менее, как бы вполне макубаль для всех, что человек уезжает на отпуск. Почему? Потому что мы верим, что как бы Бог не посылает человеку испытания больше, чем тот в силах вынести. Но не дается, как бы не даются эти силы с момента рождения сразу на всю жизнь, вот на тебе, пожалуйста. Вот, и ты по чуть-чуть за жизнь проедаешь с этого счета. Вот. А тебе в процессе жизни даются возможности пополнения сил физических, пополнения сил психических, получения знаний, которые тебе помогут пройти какую-то сложную ситуацию. А потом бахает ситуация. Так вот, если ты не набрал, не скопил нужное количество физических сил или нужное количество душевных сил, или не подобрал те знания, которые тебе сейчас пригодятся, у тебя не будет возможности пройти то, что Бог дал тебе как испытание, то есть то, через что ты мог пройти. То есть тебе не хватило чего-то. Вот, поэтому отдых, отпуск, получается, по Торе, это вещь действительно необходимая для нормального полноценного служения Богу. И поэтому у нас там Назир приносил жертву, значит, приносил жертвы по окончании своего назирута, и одна из них – это жертва за грех. И Талмуд говорит, а какой же здесь грех? За грех недополученного удовольствия. То есть Бог дал тебе возможность получить удовольствие. Это не подарок.
Это значит, что эти силы были нужны для того, чтобы то, что тебе предстоит в ближайшем году преодолеть, чтобы у тебя были силы преодолеть. Если ты не получил нужного удовольствия, ты не скопил нужных сил, значит, ты можешь рухнуть под этой нагрузкой. Значит, ты не выполнишь план Бога. То есть вот такая вот идея. Всего доброго. Эли, совершенно замечательно. И, кстати, слушая вас, я опять вспомнил то, о чем вначале говорил сегодня, о шаббате. Видимо, в шаббат вот это самое удовольствие – очень важная составляющая. Важно, от чего мы в шаббат его получаем. Спасибо вам, это перекликается. И еще позвольте совсем как бы другой аспект. Вы упомянули слово «налоги». Вот. И налоги по Торе – это дело святое. И добавить к тому, что вы сказали, нечего. Замечательная идея и замечательное развитие. Но, к сожалению, значит, это отбрасывает тень на нашу реальность сегодняшнюю. К сожалению, реальность. Не к сожалению, на ваше разъяснение, а реальность, к сожалению. А она сегодня такая. Мы все платим налоги. И это налоги серьезные. Я не буду эту тему развивать, я хочу, чтобы мы поняли, насколько мы близко сегодня к духу Торы, а насколько не близко. И благодаря Эли мне, например, удалось сопоставить налоги Торы и налоги сегодняшней реальности, не в пользу налогов сегодняшней реальности. Куда идут налоги сегодняшней реальности? Знаете куда? На поддержание Deep State. Знаете, что такое Deep State? Это чиновничий аппарат, который не заинтересован ни в каких изменениях. И любимое слово это статус-кво. Совершенно противоречащее духу Торы, которое требует динамики, развития, шир-хадаш и так далее. Вот. Вот эта вот вся система, она сидит на наших налогах. И самый законопослушный гражданин прежде всего тот, который платит налоги. И наказание за то, что не платит налоги, одно из самых суровых. Вот какой контраст вызвало ваше сейчас разъяснение, Рафаэль. И это означает, что на самом деле в свете Торы мы видим реальную оценку, мы можем получить всему, что вокруг нас происходит, и к чему мы, да, привыкли. А вот когда Тора высвечивает, мы должны призадуматься. Спасибо вам еще раз большое, Шарко. Миша, была связь с Равом? Удалось связаться с Равом? Не слышу. Миша, Михаил. Михаил. У Миши закрыт микрофон. Но он бы открыл его. Он, видимо, не слышит. Миша. Слыша. То. Ничего не получается. Никто никого не слышит. Шаббат шалом, будьте здоровы. Шаббат шалом, всем спасибо огромное. Дайте продолжать собираться и молиться за Рава, и урок в честь его здоровья. Рав Йоэль бен Бела. Лея. Лея бен Лея. Я уже запутался. Все, Гитшабас, я пытался звонить Раву Йоэлю, к сожалению, ни сотовый, ни домашний не откликнулись. Пожелаем ему здоровья, будем молиться. Амин, амин. Всем гид шаббас. Ильяу, вы теперь герой моей мамы, чтобы вы знали. И всех
женщин, там в основном женщины, есть немножко мужчины на Унипере. Вы герои, просто великолепное дело вы делаете. Спасибо вам. С вашей подачи. Мама, скажи хоть слово Ильяву. Да, нам очень понравилось. Вам слышно мамин голос? Да. Да, прекрасно слышно. Я очень рад слышать такой отзыв. Все логически, все на высоком уровне. Спасибо, спасибо. Все, гитсабес, гитсабес. Гитсабес. Счастливо.